На дорожках элита фехтования. Помимо российских спортсменов, в Сочи за медали турнира приехали бороться саблисты из Турции, Румынии и Израиля. Ну а в рядах российских атлетов – чемпионы Европы и мира, а также победители Олимпиады. В их числе чемпионка игр в Бразилии Яна Егорян. Там в 2016-м она завоевала золото в индивидуальных соревнованиях и в командной сабле. Сегодня сражается за медали всероссийского турнира. Бороться есть за что, а главное – есть с кем. Конкуренция в женской сборной высока, говорят спортсмены. Сегодня жду хорошего фехтования, что у мальчиков, что у девочек. У нас соперницы все достойные, молодежь у нас подрастает, скажем так. Конкуренция хорошая, практически все на одном уровне, поэтому борьба будет. Благодаря успехам нашей сборной на играх в Рио, популярность фехтования в стране возросла. В секции по всей стране приходят юные спортсмены, а в национальной сборной те, кто показывал средние результаты, начинают подтягиваться к лидерам. Ну а что касается всероссийского турнира, саблисты его проводят в Сочи на базе «Юг спорта» уже второй год подряд. Это очень хорошее место, отличная спортивная база. Мы рады, что приехали сюда. Этот турнир – это подготовка к международным стартам. Мы привезли сюда олимпийскую команду. Это для них будет хорошей тренировкой. Сегодня в программе соревнований мужчины и женщины боролись за медали в личном первенстве, а уже завтра в командном. Сразу из Сочи на следующей неделе российские саблисты уезжают на международные состязания. Сначала на турнир в Америку, после в Италию. Ну а летом сборную по фехтованию ждет главный старт года – чемпионат мира. Он пройдет в Китае. Инга Габешия, Ольга Десятова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.